Здарова, братаны! С вами Эликс Лобстерс, это Zara Time Dilemma, и мы ее продолжаем проходить. Поехали! Так, ну чё, продолжим сегодня, наверное, опять же командой Си. И здесь у нас есть еще несколько открытых эпизодов. Ну, давайте возьмем этот... Зеленый, что ли? Погнали! First come, first saved. Первый пришел, первый спасся, сохранился. Это помещение называется дезинфекционная камера. Думаю, она нужна для прохождения чистки после возвращения с поверхности. Ну, по крайней мере, так было, когда шла ядерная война и мир был заражен. Это объясняет наличие. Как я и думал, она тоже не открывается. На карте показано, что за этой дверью находится лифт. Если бы мы спустились на лифте, мы бы сразу попали в эту комнату, но... Что насчет той? Она ведет в гостиную? Я ее уже проверил. Не открывается. Плотно заперта. Думаете, Зара запер нас здесь, чтобы заставить нас сыграть в игру решений? Это довольно очевидно. 18:10. Думаю, было около 13:30, когда мы закончили голосование и уснули. Значит, мы спали как младенцы где-то 4,5 часа. Джунпэй, я хочу кое-что спросить у тебя. Во время голосования ты сказал Карлосу. Давай, Карлос, голосуй против команды Кью. Да. И что такого? Что такого? Как ты можешь так ужасно поступать? Раньше ты бы никогда не сказал такого год назад. Оу, кто бы говорил? Что? Что с тобой случилось, Джунпэй? Что такого произошло, пока меня не было? Я тоже хочу узнать о тебе побольше. Что ты имеешь в виду, Карлос? Что, я тебе понравился? Нет. Все свое внимание уделяю своей младшей сестре. У меня нет времени на любовь. Эх, значит, у нашего справедливого героя комплекс старшего брата Джунпэй. Карлос действительно волнуется за тебя. Но я бы даже не хотел... Но я бы даже хотел узнать больше о вас двоих. Разве вы не были друзьями детства? И в прошлом году были также заперты и вместе сбежали. Тогда почему? Почему такой враждебный? Вот почему. Джунпэй. Я видел смерти людей. Ужасные, жестокие смерти, которых не пожелал бы увидеть и врагу. Столько смертей. Наверное, мои чувства просто зачерствели. После того, как случилось в прошлом году, я ушел из школы и присоединился к детективному агентству. О. Что заставило тебя сделать это? Все из-за Акане. Она появилась и исчезла, поэтому я присоединился к агентству, чтобы найти ее. Агентство небольшое, но известное своей нелегальной работой. Я пробирался в места, где торговали человеческими органами, словно они печенье. Коллега, с которым я обедал на следующий день, спрыгнул с крыши. Мне никогда не попадались простые дела, где нужно было просто доказать, что он изменял. Каждая работа была грязной и опасной. И тогда я понял. Люди не так прекрасны, как я думал. Я никогда не видел их истинное лицо.
Так что каждый день после работы я напивался до беспамятства. Я спал в своей ванной со включенным душем. Это был единственный способ смыть с себя всю ту кровь. Но в прошлый месяц... Наконец-то. В нашей сети я нашел упоминание о том, что Акана присоединилась к этому эксперименту. Так вот почему ты пришел в Дикон. Да. Я угрожал и вынудил их принять меня. Вот так дела. Так, Акане, как там Санта-Ох? Я имею в виду Аой, мой брат. Я слышал про Айса. Он в тюрьме, если еще не сбежал. С Лотос все в порядке. Она работает и растит своих детей. Кто? Кто сказал тебе это? Тот детектив, седьмой. Я однажды с ним работал. Мы уничтожили штаб сводной души. Уничтожили? Эй, что за сводная душа? И религиозный культ. Это сумасшедшая террористическая организация, которая не может прекратить попыток... создания... что-то там... Они похитили меня и моего брата 10 лет назад. Игра, в которую мы играли год назад, была связана с этим похищением. Мы с братом пытались выследить перемещение свободной души, но... Ты тоже Джунпэй? Я наткнулся на некоторую информацию во время работы. Седьмой все еще шел по их следу. Думаю, мы перегнули палку, когда уничтожили их штат. Я уверен, мы взбесили их босса. Вроде его звали брат. Так подожди, вы говорите, второй Зара как-то с ним связан? Ты что-нибудь знаешь насчет этого, Акане? Я тебе уже говорила, что я не связана с этим. Я не имею понятия, почему этот человек зовет себя Зара. Тогда просвети нас, зачем ты присоединилась к эксперименту, Акана? Джунпэй. Кто-то с таким же именем бросил нас в похожую игру. Я не поверю, что они никак не связаны. Прекрати, Джунпэй. Насколько я могу судить, Акана — это жертва. Я здесь, чтобы изменить будущее. А? Свободная душа намерена воплотить в реальность ужасный план. Я присоединилась к эксперименту, чтобы остановить это. Так ты знала, что эта игра случится? Я не знала. Я не знаю никаких подробностей насчет этого. Но ты только что сказала, что здесь, чтобы изменить очень далекое будущее. Значит, ты получила доступ к морфогенетическому полю и... Погодите! О чем вы говорите? Немного поздновато, но я должен анонсировать результаты голосования. Почему именно сейчас? Все три группы проголосовали за разные команды. Таким образом, никто не будет казнен. Текущее количество смертей — ноль. Не могу сказать, что это идеальная ситуация для всех вас. Похоже, вы не поняли смысл этой игры. Подумайте о том, что я вам говорил ранее. Вы останетесь в этом убежище, пока шестеро из вас не умрут. Я дам вам последний шанс.
Одно действие может вас спасти. А вы должны сделать? Все просто, я вам покажу. Две другие команды слушают такое же сообщение в своих дезинфекционных камерах. Чё? Конструкция камер одинакова. В каждой камере на стене находится желтая кнопка. О, эта штука? Нажатие активирует душ в других камерах. Откуда вместо воды польется второводородная кислота? Староводородная кислота? Она способна не только расплавить тело, но и стекло с железом. Думаю, не стоит объяснять, что случится, если вы соприкоснетесь с ней. О, бля. Кнопка на стене – ваш путь к свободе. Нажав ее, вы убьете другие команды и получите нужные 6 X-паролей. Вот так поворот. И еще кое-что. Кто рано встает, того удача ждет. Команда, нажавшая кнопку первой, дезактивирует ее у других команд. Вам отводится 3 минуты. Что вы сделаете? Нажмете или откажетесь? Все зависит от вас. Разве это не очевидно? Джунпэй! Подожди, давай подумаем об этом! Уйди с моего пути, Акане! Нужно нажать кнопку перед тем, как это сделают другие команды. Что ты говоришь, Джунпэй? Ты готов пожертвовать всеми ради того, чтобы выбраться? Для того, чтобы выжить, убей или стань убитым, нам нужно убить их первыми! Джунпэй! 1 год, и ты так сильно изменился! А! Джунпэй! Черт возьми, ты хочешь умереть? Разве ты не хочешь снова увидеть свою сестру? Мария. Я не готов нахрен сдохнуть! Я прошел через все это не для того, чтобы сейчас умереть! А-а-а! Не надо, Карлос! Если ни одна из команд не нажмет ее, тогда будет как при голосовании. Пока ты мечтаешь, мы уже умрем. Джунпэй! Нажми ее, Карлос! Японский городовой. Хорошо. Что если мы заигнорим? Выбор сделан. Прошло 3 минуты. Это значит, что ни одна из команд... Значит, никто не нажал кнопку. Это были самые долгие 180 секунд в моей жизни. Еще бы. Я почти утонул в собственном поту. Как будто я уже полежал в ванне с кислотой. Похоже, вы меня совсем не поняли. Я должен вам кое-что разъяснить. Я не говорил, что душ активируется тогда, когда кто-то нажмет кнопку. Это значит... Вам еще предстоит узнать, нажал кто-либо кнопку или нет. Что? Нет. Тогда, когда мы... Осталось 3 минуты до того, как мы вырубимся. Это значит... То есть мы даже не узнаем, что случилось, пока уже не превратимся в кашу? Теперь пришло время спать. Когда вы проснетесь, вы не будете помнить, что произошло за последние 90 минут.
этот поворот. Приятных снов. Ну так и что там произошло? То есть даже так. Хорошо, давайте перейдем снова к выбору. Так, пропускаем. Пропускаем. Так, ну что, а теперь давайте тыкнем. Выбор сделан. Но... Как Карлос, почему? Нет, как она. Молодец, Карлос. Джунпэй. Ты жертвовал своей жизнью ради спасения других, это вероятно. Было самым трудным решением. То, что ты сделал, хватит! Карлос! Это был не я. Кто-то взял мою руку и я. Это был я. Только не говори мне, что дьявол заставил тебя это сделать. Заставил. Может, это стресс или глубоко в душе ты всегда мечтал убивать? Списывать все на то, что кто-то контролировал тебя. Но же, это одна из частей человеческой жизни, жизненный опыт. Вы приняли мудрое решение. Пожертвовали жизнями других людей, чтобы гарантировать свое выживание. Зара! Это естественная человеческая реакция. Вы лишь открыли для себя шанс выбраться. Ваше действие может быть оправдано. Вас нельзя винить за принятое решение. Теперь я уверен, что вы бы хотели поскорее покинуть это место. Но перед этим, извините, но вы все должны снова уснуть. Но почему? Уже 19:29. Время для послушных деток лежать в кроватке. Вы поступили так, как я и приказал. Наркотик, стирающий память, вам виден не будет. Было бы неудобно, если бы вы забыли, что остальные умерли из-за вас. А, сука. Я убил их всех! Приятных снов. Охуеть. Вот это жестяка. Ой, а обратно можно? А то я что-то как-то не уловил, что там было. Блин, ну ладно. Окейшки, тогда сохранимся. Так-так. Что ж, на этом... На сегодня будет все. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Братан, если тебе понравилось это видео, поставь лайк и подпишись на канал. Не забудь подписаться на мой паблик и на паблик Бункера Танкистов ВКонтакте. А также посмотри два прошлых видео, если еще не видел.